Вопрос о необходимости нового филиала при 6-й горбольнице стал актуальным фактически, как в этом микрорайоне началось масштабное строительство. Застраивается Юрьевец активно, соответственно, и население становится больше. Усугубила ситуацию с оказанием медпомощи в микрорайоне еще и пандемия. Корпус, где раньше располагалась поликлиника, переоборудовали под ковид-госпиталь. Куда у нас открывался ковидный госпиталь, нам пришлось переехать, это как бы наше отделение стоматологической поликлиники. И вся поликлиника, где участковые терапевты, узкие специалисты были вынуждены приехать в вот эту стоматологическую поликлинику. Мы-то думали, что это будет ненадолго, а ведь казалось, уже третий год мы работаем с ковидом, наша больница. Поликлиника сейчас располагается на первом этаже жилого дома. Для стоматологии здесь места было вполне достаточно. Для организации же работы терапевтов и всех узких специалистов пришлось потесниться. Сейчас эта поликлиника обслуживает более 12,5 тысяч человек. Для такого количества населения действующей площади явно мало. Коридоры узкие, кабинеты небольшие. В таких условиях медикам работать крайне сложно. Помещений не хватает, физически очень тяжело, потому что один кабинет для двух врачей. Вот первый врач работает в первую смену, потом его смещает во вторую смену другой врач. Поэтому физически врачам негде дальше поработать. Общая площадь поликлиники составляет порядка 500 квадратных метров, и она не отвечает современным стандартам. Поэтому сейчас руководство учреждения старается как можно быстрее решить вопрос с открытием нового филиала. Он откроет двери на улице Всесвятская. Здесь в распоряжении у медиков и пациентов будет 800 квадратных метров. Помещения уже переданы в собственность регионального Минздрава. Сейчас делают проект реконструкции. Документы готовят для закупки необходимого оборудования и мебели, а еще для перепланировки некоторых помещений. Но это не масштабные работы. В целом все кабинеты уже готовы для работы медиков. Вот, например, здесь будут принимать пациентов-терапевты. Все просторненько, все хорошо, все чистенько, раковина. Я так думаю, что наши пациенты микрорайона Юрьевца будут очень довольны. Новый филиал на Всесвятской разделят на три блока. Первый – терапевтический, второй – стоматологический. И отдельные помещения выделят под профосмотры и диспансеризацию. Проект реконструкции филиала будет готов в марте. Далее здесь приступят к необходимым работам. В Минздраве обещают с ними не затягивать. Уже в этом году население Юрьевца планируют начать принимать в новом филиале. Что же касается помещений, где сейчас располагается поликлиника, то в планах у медучреждения открыть там женскую консультацию.